имя ему, апостол любви. В нем магнит невероятный. И даже если он ничего не говорит, все равно вокруг стихают бури, исчезает гнев, будто он своим присутствием творит обновление. Заговорит, и будто небо открылось, будто золотой дождь святых животворящих слов пролился, жизнь явилась. Я предложил ему мягкое кресло, он присел, бородой на тросточку оперся, осмотрелся, ничего не сказал. А я напрягся, приготовился привычной уже для нас святой обличительной речи. То не так, это не эдак, что читаем, как часто молимся, да и правильно ли стоим на молитве, а почему рубахи не глажены, а почему пыль под диваном. Ну, вы знаете, пасторское увещание, всевидение их и всезнание. Да и наши, прости Господи, ворчание и хвастовство. Так, походя, критикуем мы друг друга без жалости, без сожаления и без любви. А этот святой дедушка, улыбку не снимая, окинул взглядом добрым келью мою и меня своей улыбкой обнял, снял страх и напряжение, будто робу солдатскую, освободив меня от искусственной комы святого робота. И я улыбнулся к удивлению всех и себя самого, ведь святым как-то не к лицу улыбаться, надо бы надержать марку. И свет проник в мои глаза и душу, и растаяло сердце, и расслабились мышцы, и стало радостно, свободно, легко. От чего? Всего ты и сказал мне, святой апостол, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Сижу вот теперь, думаю, со мной благодать, милость, мир, вот это да! Вот отчего душа растет в степени шторма, и новые жертвы жестокости несут страх и разрушение дальше. У нас нет выбора, мы не можем остановить эту бурю всеуничтожающей жестокости. Мы ее жертвы. От осознания нашей беспомощности мы исполняемся гневом, ненавистью ко всему и всем, и, не щадя живота своего, ведем праведную войну со злом. Тем самым умножаем ненависть, умножаем зло, умножаем добро, умножаем любовь. И это происходит не где-то на войне. Это происходит в сердце, в семье, в общине, в обществе. А что делать, если мир таков? Стало горько, стало больно, помолился. Господь говорит и так: если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.